Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. На временной выставке «Русский антиминс. Гравюра на ткани 17-19 веков». Отсюда мы начинаем новую серию выпусков передачи «Хранители памяти». Находимся на долгожданной выставке «Русский антиминс». Но для начала требует пояснения, а что такое антиминс? На самом деле даже верующие люди очень мало знают и мало его видят. Это предмет, который находится в алтаре, который открывается даже не на всем богослужении, только на половине литургии. И на самом деле антиминс оживляет храм. То есть приходской священник действует не от себя, а от архиерея. И вот эта санкция дозволения служить как раз она через антиминс. Он полагается в алтаре, в центре алтаря на престоле. Антиминс лежит горизонтально, и поэтому даже сам по себе мало знаком людям. Мы давно ждали, когда эта выставка появится. И есть такой вопрос, насколько вообще возможно выставлять священный антиминс, потому что он дает право совершать литургию, в музейном зале. Оказывается, уже в 1872 году была сделана первая диссертация. Его писал священник Константин Никольский. Публиковались антиминсы в 1916 году, Вологодский антиминс. В общем, церковная русская наука к этому хорошо подошла. И ничего плохого в этом не видела. В советское время, конечно, антиминс исчез из такого оборота. А сейчас выясняется, что в собраниях наших музеев, в том числе и здесь, в музее имени Андрея Рублева, есть эти антиминсы, есть они в церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии, поэтому назрело время их показать. И диссертации еще как раз, работ по ним выходит не очень много, но здесь как раз в музее будут лекции, я всех приглашаю на них вот, послушать об этом. И, в общем-то, как аскетический жанр, антиминс, конечно, больше показывает, как меняются стили, как меняются подходы к церковному искусству. И как в антиминсе, это самая главная задача выставки, отражаются большие церковные стили. Потому что все-таки меняется эпоха, меняется вот этот большой стиль и в архитектуре, и в музыке, в чем угодно. Но в том же самом вот этом скромном и важном объекте, как антиминс, это тоже здесь заметно на этой выставке, в чем ее большая привлекательность. В первую очередь, все-таки, что такое антиминс, еще раз. Итак, это плат на ткани. И название антиминс, греческое, как вы видите, означает «вместо престолия». И это все требует объяснения. Итак, литургия божественная служится в алтаре на ткном столике, который называется престол. И при освящении этого престола и одновременно алтаря туда закладывается как раз в том числе памятная информация. Кто, когда, где освящал этот престол. И, в общем-то, долгое время никакого необходимости в антиминсах не было. Очень важно, что при освящении того самого престола в алтаре полагаются частицы святых мощей. Это такая давняя христианская традиция, но вдруг в иконоборчество византийское 8-9 веков почитание святых мощей снизилось, и получается так, что иконоборчество боролось со святыми мощами, боролось с православными, и православные стали в таком положении катакомбной церкви, то есть они где-то служили, где придется, в пещерах, может быть, в каких-то брошенных храмах. И вот тогда и возникли антиминсы, то есть вместо постоянного, стабильного престола в алтаре появились передвижные престолы где-то там. И вот появилась эта ткань, которая обозначала, что на этом престоле можно служить. Так в иконоборческую эпоху, в далекой Византии, возник, собственно, антиминс. И в целом Древняя Русь подхватила именно вот эту традицию в том, что престолы освящались, там клались закладные кресты, но тем не менее сверху изображали изображение креста и подписывали ту самую информацию, что престол освящен.
И интересно, что эта традиция дожила до сих пор, между прочим. У старообрядцев, даже тех единоверческих приходов, которые в Русской Православной Церкви, у них все равно тоже так же. Дело в том, что вот этот престол, этот столик на четырех ножках, он одет как человек. И его нижняя одежда, белье, даже носит такое немножко удобно варимое название. Она называется срачица, но это близко к слову сорочка. Она обычно льняная. И вот к этой льняной срачице сверху пришивалась небольшая ткань, как мы сейчас увидим, где вот изображался крест, как знак освящения, мог помазаться святым миром, и, соответственно, вот обозначение, что этот престол освящен. Но дело в том, что у престола две одежды, и следующая одежда, уже верхняя, носит греческое название «индития». И она полагается сверху, и в Древней Руси служили вот на таких престолах, просто сверху на индите, понимая, что вот антимес где-то там внутри есть, и если его отвернуть, как это сейчас делают старообрядцы индитию, можно увидеть срачицу с пришитой к ним вот этим самым антимесом, который мы с вами чуть позже посмотрим более подробно. Вот. Тем не менее, бывшая Византия вступила вот в эпоху завоевания турецкого, это было все скорбно. Можно сказать, что христиане вернулись к той же самой эпохе гонений, и поэтому появились вот эти передвижные, фигуративные антименсы, то есть которые не пришиты крепко-накрепко, а наоборот, представляет собой плат, который сворачивался, плат, который еще заворачивается в другую ткань, которая называется илитон. Вот, на всякий случай, чтобы можно было тоже в потайное место принести, поставить и так далее. И наоборот, поскольку в нем в антименс именно переносной обязательно зашивались святые мощи, то это тоже самая ценная святыня. Их священнику проще всего при любом случае, он знает, первым делом надо спасти антименс. Вот так они появились переносные. Они встречались в Древней Руси, но достаточно редко. А вот эпоха наших антименсов, о которых рассказывает эта выставка, она начинается как раз с реформ патриарха Никона. В 1655 году был выгравирован первый антименс, началась печать и началась их история, которая длится до нашего времени. Антименсы можно разделить подвижные и неподвижные, или еще, так сказать, подвижные называют фигуративными антименсами. И здесь при входе сначала у нас представлены выставки, которые нам дают так называемую иконографию антименсов, потому что она восходит в основном к страстям Христовым. В основном это два направления оплакивания Христа и положения во гроб. И эти иконы представлены здесь просто помогут соотнести с другими художественными направлениями. Но в первую очередь, как раз в начале выставки представлены так называемые рукописные антименсы, очень старые, поскольку они отражают очень старую традицию. Можно даже так сказать, что как есть рукописные книги печатные, так, соответственно, антименсы есть рукописные, потом все-таки появились именно антименсы печатные. Здесь можно много рассказывать. Итак, я хочу сказать о том, что существует два совершенно разных направления в антименсах, то есть вот эти такие рукописные, скрытые, но тоже также, кстати, в них вшиваются святые мощи. И впоследствии разовьются и существуют до сих пор антименсы переносные, о которых мы поговорим с вами чуть попозже, поскольку здесь перед нами исторические антименсы, в том числе два с Ростовской и Ярославской кафедры, и один из них подписан тоже известной исторической личностью, патриархом Филаретом Романовым. И надо сказать, поскольку любая антименсная запись на том или ином антименсе всегда дает нам историческую информацию, здесь ее на выставке мы немало встретим. Потому что написано, где освящен этот храм, когда освящен храм и кем освящен храм. И часто даже датировки разных храмов и монастырей мы знаем именно по антименсам, потому что вот такие рукописные антименсы, вообще в целом антименсы при том, когда что-то случалось с престолом или освящался заново, отдавался архиерею, потому что в нем находились святые мощи. Но были случаи, когда священники полагали старые, уже изношенные антименсы куда-то под престол, поскольку он священный
Его никто не трогать, по идее, не должен, кроме священника. Вот. Но когда эти, спустя много столетий, такие антиминцы находятся, они становятся источником очень ценной информации. Мы знаем, когда появился этот храм, при кем он освящен, и это очень много дает. В том числе такая информация здесь, конечно, есть на вот этих антиминцах. Это 17 век, потому что можно ответить сразу на такой практический вопрос. Если антиминц – это ткань, стирают ли антиминцы? Нет. То есть, к сожалению, по мере того, как они выходят из употребления, а все-таки у нас климат суровый, в храме может быть и влажно, и вот эта одежда престола, о которой я говорил, она может тоже и рваться, и портиться от сырости. В общем-то, сам по себе антиминцы очень редкие исторические памятники, по сути, они нас в основном дошли от 17 века и единично. Допустим, от 15 века и самый ранний антиминц из Юрьевского Новгородского собора с середины 12 века. Это такой уникальный совершенно предмет. То антиминцы передвижные, о которых мы поговорим попозже, то их сохранилось больше. И, допустим, в коллекции церковно-архиерейского кабинета говорят аж 800 единиц. Кстати, надо рассказать о том, как они попали в коллекцию, почему к ним относились. Во-первых, священник, как раз когда антиминц изнашивался, сдавал его обратно архиерею, в епархию. И, соответственно, они уже не имели повторного использования, но вот мощи могли переложить в новые антиминцы, если архиерея их освящала, отправляла обратно куда-то еще на приход. И в конце концов, вот уже во второй половине 19 века их стали осознавать как объекты исторические, культурные, как объекты наследия, стали собирать, изучать. И к этому вполне хорошо относится. И особую роль, конечно, антиминцы сыграли, опять же, в советскую эпоху, потому что они были значимы. Опять же, эпоха гонений, и опять же, антиминцы тут были очень нужны, поскольку они все-таки переносные. Они освящаются для определенного храма, но при необходимости они все-таки могут куда-то переноситься. Поэтому я считаю, что данная выставка представляет большой интерес и в плане религиозного искусства. Я бы хотел видеть, чтобы священники могли увидеть это в историческом разрезе, ну и даже верующие, потому что этот предмет в обычной своей жизни им недоступен. Дорогие телезрители, мы еще вернемся на выставку «Русский антиминц». А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До новых встреч!